решению ученого совета восточного факультета и подтвержденным решением большого ученого совета, известному современному писателю, лауреату Нобелевской премии Орхану Памуку, известному и любителю российской культуры и пропагандисту российской культуры, присуждено почетное звание почетного доктора Санкт-Петербургского университета, и Орхан Памук у нас здесь. У вас есть возможность задать несколько вопросов. Архан, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в своем выступлении вы сказали, что книги Достоевского, которые написаны очень давно, да, во многом отражают современный мир. Как вы думаете, вот ваши книги и книги современников через 150 лет примерно будут отражать современное положение вот будущего времени? Bilemeyiz. Bir yazar yazarlık işine girince tabii ki hiç unutulmamayı arzular. Ama bu çok yüksek bir taleptir. Alçak gönüllü olmayı da öğrenmeliyiz. En sonunda insanlık değişecek. Belki de bir gün bugünkü dertlerimizin hepsi unutulacak kitaplarımızla birlikte. Gene de kitap yazmak unutulmamak için ölüme karşı küçük bir tedbirdir. Çoğu zaman başarılı olmaz. На самом деле никто не знает, что произойдет в будущем. Конечно же, все писатели хотели бы верить в то, что их книги будут читать веками, но мы не знаем, может быть, спустя 100 лет или 150 лет что-нибудь такое произойдет, из-за чего забудут и нас, и наши книги. Нам остается хранить смирение, быть терпеливыми, работать и, в общем-то, продолжать создавать хорошие романы. А можно вопрос в настоящее время Игоря Баранюка? Я так понимаю, все-таки господин Мамукухарь, это его книги уже будущее предсказывает. Я хотел бы спросить его о книге «Снег», и она, в общем-то, уже предсказала исламизацию Турции, но понимал ли он тогда, что все пойдет так, как он писал, и доволен ли он тем, что видит сегодня? On yedi sene evvel Kar diye bir roman yayınladım. Siyasal İslam'ın yükselmesi hakkındaydı. Evet, o kitap çok sevildi. Bütün dünyada okundu. Hala da okunmaya devam ediyor. Ama durum değişiyor. Ben o romanı yazdığımda Türkiye'de siyasal İslamcılar muhalefetteydi. Mağdur durumdaydı. Hapse atılıyorlardı. Şimdi iktidardalar. Да, действительно, 20 лет назад я написала роман «Снег», который показывал исламизацию Турции. Но когда я писала в 90-х годах «Снег», исламисты составляли оппозицию, их бросали в тюрьмы, их арестовывали. Они, конечно, гордились тем, что они делают, но они были совершенно вне контекста. А в наши дни они у власти находятся. Архан, как вы чувствуете себя вот в новом звании почетного доктора СПБГУ? Что чувствуете? Что-то изменилось? Burayı seviyorum, bu ülkeyi ve bu kültürü kendime yakın hissediyorum. Arkadaşlarımın, tanıdığım insanların yanına geldiğimi, tanıdığım bir dokunun ve kültürün yaklaştığımı hissediyorum. Bunlar bana büyük mutluluk veriyor. Petersburg'a ilk, bu büyülü şehre ilk gelişim değil. Ben Hermitage'ı da, Rus Müzesi'ni de gezdim. Burada kendimi evde hissediyorum. И мне очень близка русская культура, русская литература, мы вообще невероятно близки. И, конечно же, я, безусловно, счастлива, что я нахожусь здесь. На самом деле, это не первый мой приезд в Петербург, я уже бывала здесь и видела и Эрмитаж, и русский музей, в общем, знаю Петербург довольно хорошо. Значит, у меня два вопроса, прежде чем передам очень важную бумагу. Первый вопрос конкретно, скажите, Раскольников раскаялся или нет? Он раскаялся или нет? Это первый вопрос. А второй, нужны ли князи Мышкины в жизни? Bir defa burada bir
romancının bir ülkenin, bir milletin günlük hayatına bu kadar yakından girmesine, herkesin Stavrogin'den Mişkin'e Dostoyevski kahramanlarını tanımasını çok büyük, önemli görüyorum. Ona Rus kültürüne bu yüzden hayranlık duyuyorum. Evet. Ну вообще мне очень нравится, что литературные герои так глубоко вас волнуют, что участвуют в вашей повседневной жизни. Такие герои, как и князь Мышкин, и Ставрогин, влияют на вас. Поэтому я восхищаюсь русским. Ну, тебе, значит, нет, это очень важную бумагу я тебе даю. Как, это сейчас очень... Нет, это бумага очень важная. Коллеги, другие вопросы. Это приглашение на форум у нас от Союза писателей. От Союза писателей. Извините, пресс-пас. Вот они, время передачи бумаг. Пожалуйста. Арман сегодня уже делился некими своими культурными потрясениями, которые поразили его 18 лет. А можно попросить рассказать самое последнее культурное потрясение в литературе за последнее время? Tek bir roman vermem. Ben de tek bir yazardan bahsetmek gereksiz. Birkaç yazar söyleyeyim peki. Borges'i severim. Nabokov'u severim. Thomas Bernhard'ı severim. O kadar çok yazar var ki zevklerim de değişiyor. Modern edebiyattan yeni gelişmekte olan dünya modern edebiyatı dünyanın bütün coğrafyalarında kaplıyor. Artık eskiden modernlik Fransa'nın, İngiltere'nin, daha da Almanya, Rusya'nın böyle bir küçük bir coğrafyanın şeydi. Şimdi bütün dünya modernleşiyor yavaş yavaş, sancılı bir şekilde. Her şey de o bakımdan bana ilginç geliyor. Evet. Вообще я всегда говорю о том, что очень люблю Набокова, Борхеса, Томас Бернхард. Да, Томас Бернхард, да. Но на самом деле модернизация, да, и вот западные настроения, и вообще образец западной культуры, образец романного искусства, наши дни проистекают не только из европейских стран, не только из Франции. Мир сейчас объединился, да, глобализовался, что ли. И поэтому в любом месте земного шара может быть, может возникнуть замечательная литература. Примеров очень-очень много. И мои вкусы меняются с течением времени, и литература меняется с течением времени. Поэтому могу сказать, что мне нравятся современные романы, их много. Вы стали почетным доктором университета, собственно, какая ответственность теперь у вас будет? Будете ли вы как-то участвовать в образовательной и научной деятельности университета? Ну, на самом деле, звание почетного доктора уже предполагает взять этот процесс преподавания, но на самом деле, если меня пригласят, что-то преподавать, я с большим удовольствием приеду. Все, хорошо. Первое, мерабат, министерин. Орхан Бей, кар хикайенс хакында бит тани суал мне дептим. Политика хакында бугин данышмамак сорулар истемиодинз, амма гене де карда сиз дарбини де тахмин дептиниз. Ve o zamanlar siz ciddi mi düşünüyordunuz ki Türkiye'de bir darbe daha olabilir? Kar adlı romanım başarısız bir askeri darbeyi anlatır. 2001 yılında Türkiye'de yayınlandı. 16 yıl sonra yine başarısız bir askeri darbeden dolayı Türkiye'de sıkıntıdayız, mutsuzuz. Ama sıkıntılarımızın sebebi ne İslam, ne şu, ne bu, düşünce özgürlüğünün sınırlanması, gazetelerin, dergilerin kapatılması, yazarların hapise atılmasından Türkiye'de sıkıntılıyım, bunu eleştiriyorum. Hiç siyasetten bahsetmeyeceğiz dedik ama bundan da bahsetmemek olmaz, artık bu kadar da olmaz dedirtiyor. Evet. Друзья, я, наверное, не буду переводить, потому что это вопрос... Вопрос касался... Вопрос касался политического, так сказать, Орхан Бей не хотел говорить о политике, но все-таки в романе «Снег» вы предсказали переворот, да, и, собственно, как вот вы относитесь все-таки к политике, на что Орхан Бей сказал, что, к сожалению, в наши дни уже о политике молчать невозможно, потому что...
потому что закрываются газеты, потому что политическое давление уже настолько сильно, что замалчивать его невозможно. Я не хочу молчать. И проблема не в том, что кто-то исламизируется, кто-то нет, не в исламе как таковом. Проблема в несвободе. Господин Памук, господин Памук, вот вы говорили в течение лекции, сейчас тоже о вот этой постоянной борьбе между западничеством и какими-то, ну, может быть, национальными, какими-то более консервативными влияниями. Вот возможен ли все-таки в истории какой-то предпочтительный исход из этой борьбы, или она сама создает творческую сложность, и она должна продолжаться? Anladım. Ben karakter olarak, kişi olarak benim içimde bir profesör yok. Benim içimde bir çocuk var. Profesörlüğüm zoraki 50 yaşından sonra kitaplarım dünyada meşhur olduğu için Amerika'da profesör oldum. Bana kalsa onu bile olmasaydım daha iyiydi. Hep evde roman yazsaydım daha iyiydi. Ama benim içimde profesörlük ile çocuk çelişmiyor. Çelişki olursa çocuk kazanıyor ve romancı olmaya devam ediyor. Bence bir romancı olmak için bir çocuğun sorumsuzluğu lazım. Halbuki ciddi konular, siyasi durumlar, sorumluluklar, Nobel ödülü gibi önemli şeyler içimdeki çocuğu öldürmesin diye çok uğraştım. Hala yazmaya devam ediyorum. Если вы говорите о противоречии между повседневной жизнью и академической образом жизни, да, конечно, я профессор, я веду вот этот академический образ жизни, но в то же время я стараюсь все время работать над тем, чтобы сохранить ребенка в себе, вот этого наивного ребенка, который незамутненным взглядом смотрит на мир. И мне кажется, что очень важно, чтобы быть хорошим писателем, нужно сохранять в себе ребенка. И не... Я очень много работала над тем, чтобы всевозможные премии, поездки, всевозможные мероприятия, Нобелевская премия, например, чтобы все это не задавило во мне ребенка, потому что это мешает писать. И надеюсь, мне это удалось. Можно попросить вас сравнить... Можно попросить вас сравнить... Возможно, вам придется опять углубиться в политику. Нас, россиян, и граждан Турции, которые вот сделали свой выбор, не кажется ли вам, что россияне идут по стопам турок, извините? Evet, Rusya'da ve Türkiye'de ne yazık ki diyeceğim bir benzerlik var. Siyasal sistemin sertleşmesi ve otoriterleşmesi, basına uygulanan baskılar gibi şeyler ne yazık ki ülkelerimizde benzeşiyor. Geçenlerde uluslararası bir düşünce özgürlüğü kuruluşunun standartlarına baktım. Düşünce özgürlüğü kısıtlamalar bakımından Türkiye ile Rusya yan yana en sonlarda ne yazık ki ülkelerimiz kardeş, kültürlerimiz kardeş. Şu ara özgürlük ve kısıtlamalar yüzünden de birbirimize benziyoruz. Ну, на самом деле, наши страны и с точки зрения культуры, и истории, братские, мы очень друг на друга похожи абсолютно во многих сферах жизни. Но мы, к сожалению, похожи и в политике, потому что во многих странах сейчас, в общем-то, похожий, так сказать, политический строй. И вот это вот, скажем так, сходство меня скорее расстраивает, потому что, ну, может быть, некоторые вариации со свободой слова, я некоторое время назад думала об этом. Да, к сожалению, мне приходится констатировать, что мы похожи как в хороших сторонах, так и, может быть, не в самых хороших. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sorularınız için çok elimden geldiği gibi cevaplamaya çalıştım. Sabrınız için çok teşekkürler. Спасибо за ваши замечательные вопросы. Я постарался на них ответить. Еще раз большое спасибо за то, что я пришел. Коллеги, спасибо большое.